Мы прервали эту программу для сообщения президента. Дамы и господа, само понятие «секретность» противоречит свободному и открытому обществу. Мы, по своей природе и исторически, народ, противостоявший секретным обществам, тайным орденам и закрытым собраниям. По всему миру нам противостоит монолитный, безжалостный заговор, который тайными средствами расширяет свою сферу влияния, просачиваясь вместо вторжения, свергая власть вместо выбора и запугивая вместо свободы. И эта система, мобилизовав многие человеческие и материальные ресурсы, построила крепкую, высокоэффективную машину, которая осуществляет военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции. Их подготовка держится в тайне от публики. Их ошибки скрываются, а не оглашаются. Она молчаливо наступает, не считаясь расходами и слухами, не разглашая секретов. Поэтому в древних Афинах был закон, который запрещал гражданам избегать публичной полемики. Я прошу вашей помощи в важном деле информирования и предупреждения народа Америки. Уверен, что с вашей помощью люди станут такими, какими они рождены, свободными и независимыми.